Очень грустная новость пришла из Росстата. В Воронежской области почти на треть взлетела младенческая смертность. Это следует из данных, приведенных Росстатом. За период с января по август 2021 года в регионе умерло 55 детей в возрасте до года. За аналогичный период 2020 года умерло 43 ребенка. Прирост составил почти 28%. Среди регионов Центрального федерального округа он больше только у Калужской области. Там он вовсе составляет страшные 70,5%. В Воронежской области в первом квартале 2021 года зарегистрировано 3 случая гибели младенцев. За аналогичный период годом ранее таких трагедий не было вообще.